Когда-то во впадине внешнего города частенько промышляли пираты. К счастью, у нас есть легендарный герой, капитан Красного Сокола. Он стал вестником мира во внешнем городе, и никто не может одолеть его вот уже много лет. Капитан! И я сыграю его роль! У него есть гаджеты, которые он сам изобрел! Не двигайся, и тогда никто не пострадает! Закройте уши! А это обязательно? А? Вот и он! Дитя! Спасибо, капитан! Спасибо! Нет! Это и вправду капитан Красного Сокола! Классно! Спасибо, капитан Красного Сокола! Кажется, капитану нужно отдохнуть. Кажется, ты сбросил пару кило. Нет, Олеся, этого все еще недостаточно. Настоящий капитан Красного Сокола, такой храбрый и сильный. Помогите! Я недостаточно хорош. Вперед, Олеся! Ты сможешь всех защитить! Не сомневайся! Хватит! Не бойтесь! Красный Сокол здесь! Капитан! Это капитан Красного Сокола! Разве он не погиб давным-давно? Что это за самозванец? Капитан Красного Сокола! Что это за мальчишка? Куда подевался капитан? Не верю, что это он защищал нас все эти годы. Кто только не притворяется, капитан! Это просто сейчас смешно! Не твоя очередь говорить! Самозванец! Он и есть самозванец! Нужно найти этого самозванца! Есть, босс! Навение должна навсегда лишиться веры в Красного Сокола! Капитан! Капитан! Капитан Красного Сокола! Это для тебя. С этого момента ты будешь капитаном. Я капитан Красного Сокола? Я не смогу. Он фальшивый капитан. Кто будет нас защищать? Ты настоящий капитан Красного Сокола. Какой-то слабак притворяется капитаном. Он и себя не сможет защитить. Как бы я ни старался, все напрасно.
Быстрее. Он в порядке. Нужно его спрятать. Быстрее! Сюда! Капитан, осторожно. Нужно там осмотреться! Капитан, сюда! Это для тебя. Идем со мной. Где вы прячете его? Говорите! Стоять! Тебе нужен я. Капитан, отпусти его! Беги. Я разберусь. Капитан, сюда. Давай сюда. А? Капитан здесь! Капитан! Капитан Красного Сокола, мой ученик доставит тебя во внешнее море. Там тебе ничего не грозит. Я не капитан Красного Сокола. О, нет. Ты капитан. Открой дверь! Ему не смешать! Глупец! Ты кем себя воображаешь? Проклятие! Маска капитана Красного Сокола! Этот турень хочет быть героем! Капитан Красного Сокола! Неплохо, Соколенок. Я не капитан Красного Сокола. Если постоишь за себя, то и правда станешь героем. Брось наряд! Или я продолжу нападать! Ты самозванец! Наконец-то ты защищаешься! Прости. Сдаваться? Это не по мне! В чем твой изъян? Тебе претит посредственность, но ты ничего не можешь сделать!
нет у меня никакого изъяна. Таков мой выбор! Отлично, Соколёнок. Я не капитан Красного Сокола. Неплохо, Соколёнок. Если постоишь за себя, то и правда станешь героем.